Так. Лысая овца, ничего нового. Опа! А что это за гости? Я даже не звала. Здравствуйте, всем привет, мои дорогие друзья. С вами я, Галина Гейм. И я продолжаю свое выживание в этом ютуберском домике. Я хотела найти деревья, потому что еще в первой серии мы обнаружили, что не рядом, конечно, может быть, но где-то здесь, может быть, это жопа, либо далеко, есть деревня, потому что у меня спавнились почему-то зомби-жители. Как бы они же не могут просто так. Вот. Поэтому я думаю, то, что рядом где-то деревня есть, и я даже предполагаю, рядом есть этот башня разбойника, потому что я видела разбойника, боже, они вот здесь там плавали и ходили. В принципе, это обычно, потому что здесь только дубовый лес. Я хочу как бы найти, было бы очень прекрасно, потому что там может быть даже броня. Я могу, в принципе, сделать броню из железа, потому что у меня железо полно. Если пригодится, потом я сделаю. Так, это было последнее. А теперь ягоды. С этим ягоды. Ну, и, да вы издеваетесь. Только ведь собрала. Собрала, уже поспела что-то. Все. Вот теперь все. Вот опять эти потом взрастут, и мне опять придется идти. Не, ну а что я жалуюсь? Это как бы... Ночь, я должна за этим ухаживать. Это не я. Я ничего не сделала. Вы видели, она сама сдохла. Она упала. Несчастный случай на ферме. Овца упала. Зато ошейник. Да, кстати, кто не видел в прошлой серии, я нашла 4 алмаза. Но я пока ничего крафтить не буду. Может пригодится когда-нибудь на будущее. Что смотришь? А сейчас мне нужно построить такой загон для животных. Вот это площадка. Только почему-то здесь блок земли стоит. Ну, просто сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Восемь, восемь. Девять, десять. Я не знаю, сколько я там не считала. Блоков это мало. Надо, чтобы было нормально для нашей жизни. Поэтому нам надо все рассчитывать. Потому что что, и выкопу там не нужны было. Не, ну в принципе нормально. Так, ты. Вот. Так, все, я пошла. Вот будет здесь. Нормально тебе будет. Разогревая свои манты. Все, так уж не будешь. Так, у тебя так же. Невыносимо. Три сена. Все. Ну пусть у них там по одному сену стоит. Готов он, это амбар для животных. Вот лошадей уже завела, в принципе, еще не все. Розовая дитя. Крыша есть, если что, у меня. Так. Кстати, можно эти пузы. Иди сюда. Иди сюда.
Не, а главное овца заходит. Че, лошади такие жирные, что ли, я что-то не понимаю. Ну, в принципе, да, а овцы-то они с шерстью. Даже и жирные получаются. Вот вообще не понимаю логики. Так, ну пусть там овца будет. Ну, конечно, не самый красивый ангар, но... То, что идет. Можно заканчивать. Да, заканчиваем эту серию. Поэтому я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья и подписчики. Всем удачи и всем пока. Надеюсь, вам понравился мой ангар. Я не знаю, как бы, что это. Ну, в принципе, для животных домик. Так что, пока.